want to invite a few devotees to say a few words and express their heartfelt experience of this Navadvip Dham Parikrama. Я сейчас хочу, чтобы некоторые преданные выразили те чувства, которые, то есть то, что они испытали во время Навадвип Дхамы Парикрамы, поделились своими впечатлениями. So you can speak in English, Russian, Spanish, Italian, whatever language you like. Можете говорить на своем языке, на любом, на итальянском, испанском, на русском, английском. Someone will translate. Кто-то переведет все равно. So raise your hand. If you would like to just share a few words with your god brothers and god sisters. Yes, Dina Sharan Prabhu. You can speak in Russian and Madhavi will translate. So you come here, I'll give you this microphone and she can use that one. Or if you like, you can translate yourself. No. She will translate. No, she will translate. Yeah. Омагьяна Тимирадися, Агьянам Джанашалака, Ячакшур, Умилитам, Яна, Тасмай, Шри Гураве, Намаха. Я очень... счастлив быть с моим Гурудевом, моим Шикша Гурудевом. И также в уме я следую своему Дикша Гурудеву, Нитилу Павишту, Мишну Паду, что Трасу Шисиму Бхактинат Нарайану Гасвами Махараджу. И я хотел бы сказать, что я очень много до этого приезжал на парикрамы. Почти, может быть, несколько лет я пропустил Гора Мандал парикрамы. Я считаю, что ну, для меня, во всяком случае, Навадвипа парикрама, она более легче, скажем так, и она более экстатичнее, чем Раджа Мандала Парикрама, потому что, ну, как это сказать-то, здесь легче дышится. I'm very happy to be here with my Shiksha Guru, Shrila Gurudev, and also in my heart, under the guidance of my Diksha Guru, Shrila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. And I can say that in my life I went to many years I went to Navadvipa Mandala Parikramas, only maybe I skipped just a few Parikramas, and I can say that I feel Navadvipa Dhamma Parikrama is more easy and more ecstatic than Raja Mandala Parikrama. It's easier to breathe here. Я хотел бы сказать, что я на самом деле, у меня очень мало самскар, потому что я был рожден в невежестве, и только вот последние годы я начал что-то понимать. Actually, I have very little samskars because I was born in total avidya, and maybe only now, a few years back, I started to understand, catch something. И только благодаря Прем Прайоджану и его санге, его таким чрезвычайно усилием, очень сильным, я как бы проникся вот этим духом, как это сказать, самоотверженности. Потому что я смотрю на Гурудева, с каким энтузиазмом он совершает эту парикраму, и это передается мне. И также я вижу, как все другие наши вайшнавы, они стараются следовать по его стопам. Only by the mercy of Shri Prem Prayuja Prabhu, I could feel this spirit of generosity, how much he's serving and how many efforts he's making, and I can feel how this is transferred to other devotees also, the spirit of self-sacrifice and serving, and how everybody shares the spirit. У меня у самого очень мало сил, я очень ленивый и достаточно тамасичный человек, как бы, но меня наполняет та энергия, которую создает Прем Прайоджан, и вся наша санга благодаря киртану, это начинает очищать мою читу, и какие-то реализации начинают приходить. I'm very lazy and tamasic person myself, but thanks to Sri Prem Prayojan Prabhu and the energy that, and all other devotees, the energy that they create, I feel so purified by kirtan that even now I start having some small realizations. И
я вижу, как это на самом деле работает, как такой образовательный цикл. То есть еще в прошлом году Гурудев нам давал подобные задания. То есть мы сначала в своем сердце, благодаря и своими ногами, мы рисовали этот лотос. И потом он давал нам тест на знания островов Навадвипа Мандалы. И сегодня это продолжается, как бы, чтобы закрепить нам. И я просто вижу, что это не просто вот послушать, скажем так, и забыть. Это на самом деле такой образовательный курс, чтобы мы могли понимать, где мы, чтобы мы более осознанно могли совершать и в дальнейшем нашу Враджа Мандалу Парикраму. Also, I forgot to mention about the last sentence that also it, I can feel that it cleanses my chitta, the kirtans that we have here. And also, I feel that this is, we are here engaged in a very big educational project. It's not just listening to forget on the next day, but it's really a very deep educational project. At first, we do the parikrama, we serve the lotus of the holy tab with our feet, and we try to keep all these petals in our hearts. And then Gurudev also makes the test so that we actually try to learn it. So it leaves very deep samskaras and it also helps us understand something about Vraja Mandala Parikrama. Очень как бы чувствуется вот после многочасовых киртанов, после того, как мы слушаем столько много харикатхи, очень чувствуется, как сознание начинает просветляться. И какое-то такое даже во сне продолжает играть киртан в голове. After many hours of kirtans and harikatha, I can feel how my consciousness starts to be enlightened. And even when I go to bed, at night, kirtan sounds in my ears. Но все равно еще могу сказать, что вот эти вот какие-то клеши и какие-то дурные самскары, которые во мне сидят, они все равно не позволяют мне в полноте ощутить то, что могут ощущать вайшнавы, которые находятся на более высоком уровне. Я чувствую те препятствия, которые тормозят мое сознание. But I know that due to my clashes and some bad samskaras, I cannot really experience this parikrama as much as some really senior devotees with more with a higher level of consciousness can realize. But now I can feel what are the obstacles that are stopping me. Даже как-то очень странно бывает так, что как бы во сне иногда играет киртан, а иногда снятся, ну, у меня часто так бывает, что в дхамме снятся какие-то достаточно дурные сны. И наоборот, когда я нахожусь у себя дома, мне снятся сны, как будто я со всеми преданными постоянно где-то путешествую. И вот именно с Прем-Прайоджаном и со всеми остальными преданными очень часто снится. Но когда я почему-то нахожусь в Дхамме, во Вриндаване или здесь, как будто какая-то грязь вылазит из меня, то есть и какая-то такая вот очищение идет. Also, there is something very interesting and weird that sometimes when I go to bed here, I hear kirtans in my mind, in my head. But then also sometimes here in the Holy Dham I have very, very weird, quite materialistic, quite dark dreams. But it's interesting because when I come back home, many times at home I have actually sort of spiritual dreams about Gurudev and devotees, how we're going parikrama somewhere. But here in the Dham sometimes I see really weird things and maybe it's the... All the contamination comes out. Ну, я только знаю одно, что нужно просто продолжать дальше в таком же духе, в том же стараться в том же темпе. Понятно, что я не успеваю за Гурудевом, никогда не успею, но за. Но у меня есть, благодаря какой-то удаче, у меня есть мои старшие братья и сестры, на которых я смотрю, равняюсь и стараюсь подтягиваться. То есть это как в школе, когда есть очень хорошо, когда у тебя есть как бы те личности, которые выше тебя, и ты стараешься, равняешься на них, и ты свой стандарт подтягиваешь, и поэтому по их милости я тоже совершаю какой-то прогресс. But I just know one thing, that all you have to do, you just have to continue on and on with this, trying to follow what Gurudev says and with this pace. Of course, I cannot catch up with the pace of Gurudev, and I think I never will. But I'm very grateful for my senior god brothers and god sisters who help me so much, and it's very nice when there is someone you can look up to. Because when, like in school, when there are some more advanced students, and it benefits everyone because everybody wants to kind of look up to them.
So here it's the same, and I'm very grateful for their example. Ну, вот, наверное, все. Спасибо большое. That's it. Thank you very much. Is another volunteer? Другие добровольцы. Yes, Rishikesh. It's very interesting. This is the first time Rishikesh Prabhu came to India. First time in Navadvip town. Actually, it was a very big adventure. He's staying in Spain. It was the first time he'd been in an airplane even. So, and the first time he left the country, coming in Navadvip Dham. So it must be a very special experience. I'm very eager to hear some words from our very dear Rishikesh Prabhu. Мы очень счастливы, что Rishikesh Prabhu с нами здесь. Это в первый раз, это его первый раз. Он из Испании, это его первый раз в Индии. И более того, это даже его, там были приключения, это даже его первый раз на самолете, поэтому вот мы очень рады его послушать. I cannot believe he's prepared. He has notes, everything. У него даже есть заметочки, не могу поверить. He's like this. Bueno, yo esta mañana quiero hacer una cosa que me sale del corazón. This morning I want to do one thing that is coming from my heart. Я хочу поделиться чем-то, что исходит из моего сердца. Yo soy un pobre devoto que apenas tiene conocimiento. I am a poor devotee that I have very, very little knowledge. Entonces cuando veo a todos mis hermanos. Я очень начинающий преданный, я совсем ничего не знаю. When I see my God brothers. Me doy cuenta realmente de quién soy. I see who I am. Когда я смотрю на своих братьев и сестер, я вижу на свой уровень настоящий. Este es mi primer parikram en Navadvip. This is my first parikrama in Navadvip. Me ha costado. Моя первая парикрама в Навадвип Адхаму. Me ha costado mucho esfuerzo venir, pero gracias a mi Gurudev estoy aquí. It took a lot of effort for me to come here, but thank you for my Shri Gurudev, I am here. Моя первая парикрама, я пришел сюда и встретился с Гурудевом. A él le agradezco eternamente y estoy en deuda con él. I am in debt for him eternally and in gratitude. Я вечно признателен ему за все. Realmente solo me sale del corazón agradecimiento. Actually, it's only coming gratefulness from my heart. Эта признательность исходит из глубины моего сердца. Quiero agradecer también a Guru Mata porque нos trata como una madre trata a sus hijos. And I also I want to... I also want to thank you to Guru Mata because she's treating us as a big mother. Я также хочу сказать спасибо нашему Гуру. Она относится на самом деле как великая мать к нам. Quiero agradecer también a mis hermanos, a todos mis hermanos y hermanas, porque han conseguido que mi pobre y destrozado corazón se haya sentido aquí como en su casa. I also want to thank you to my God brothers and sisters because they attained that I can feel at home here. Я также хочу поблагодарить своих братьев и сестер за то, что вот я чувствую здесь себя как дома. Como dice Gurudev, intentaré guardar todas estas impresiones del parikram, de mi primer parikram en Navadvip, como joyas en mi corazón. Las guardaré como un verdadero tesoro. As Gurudev is telling, I will try to keep all these jewels in my heart. And always keep with me. А как Гурудев говорит, что мы должны хранить эти жемчужины своего сердца глубоко, глубоко внутри, и я стараюсь это делать. Por lo tanto, muchas gracias a todos, en especial a mi Gurudev. Very much thank you to everyone, especially to my dear Gurudev. Спасибо большое всем, а в особенности моему дорогому Гурудеву.
Who is very eager to share something? Raise your hand. If you are very eager to share something, then raise your hand. Yes. Bhajanaptas Brahmachari. Омагьяна Тимирандасья, Гьянанджана Шалакая, Чакшуру Мритамина, Тасмай Шри Гуравея Намага, Ванчикау Бадрубеща, Грипа Синдубе Эвача, Патитанам Павани Бивайшна Рэби Намова Намага. Я тоже бы хотел сказать несколько слов о моих впечатлениях, о нашей парикраме. I also would like to share some of my impressions on this parikrama. Не так давно я прочитал в Према-бхакти Чандрике одну удивительную шлоку. Recently I read one beautiful shlok in Prema-bhakti Chandrika. Не beautiful, она удивительная. It's not beautiful, it's amazing. В этой шлоке Шрила Наротам Дас Такур говорит, что парикрама бесполезна. In that shlok, Shrila Narottam Das Thakur says that parikrama is useless. То, что лучше просто дома сидеть и Хари Кришна мантру повторять. Let us sit at home and chant Hare Krishna Mahamantra. Kirtha Yatra Parisham Kevalam Nirbhram. Да, я бенгали не выучил, но сама шлока меня поразила. I don't know Bengali, but I really was surprised to see the shlok. Ну да. Но в другом месте, наш ачарья Шрила Бхактинот Такур поет Гора Амара Джеса Бастана, Корова Брамана Ранге, Сеса Бастана Хирива Ами, Каная Бхаката Санге. But another one of our chakras, Srila Bhaktivinoda Thakur, says this, that Prabhu just said. И я вспомнил, как однажды я слышал из лотосных уст Шрилы Бхактивиян Бхарати Госвами Махарадж объяснение вот этого противоречия. And once I heard from the lotus lips of Srila Bhaktivinoda Thakur Bharati Goswami Maharaj, how he was reconciling this. Он говорит, что если мы одни будем ходить путеводителем каким-то по святой Дхаме, просто глазеть там на пейзажи или кланяться божествам даже, просто. He said that if we're just walking like tourists, even if we have some maps to follow, still, and even if we give pranams to the deities, still it's useless. И секрет в том, в последней строчке стиха, который написал Бхактивинода Такур, праная бхаката санги. The secret lies in the last line of this verse. То есть, если мы самостоятельно будем ходить на парикраму, то толку будет немного, но под руководством праная бхакты, возлюбленного преданного Господа, мы можем обрести тот же самый опыт, который проявляется в его сердце. So if we walk on the parikrama ourselves, this is useless. But if we take shelter and follow in the anugati of a pranaya bhakta, a devotee who is very, very dear to the Lord, then his impressions and what he is experiencing can also reflect onto us. И я вспоминаю, как Бхарати Махарадж прославлял своего Гурудева, Бхакти Дайта Мадхава Махарадж. I remember как, how Шрила Бхарати Махарадж was glorifying his Гурудева. Он рассказывал, как все плакали на парикрамах под его руководством. He was saying how everybody would weep on parikramas under his guidance. И получали очень глубокий духовный опыт. And they would receive very, very deep spiritual experiences. Вот я тоже должен признаться, что в этот раз вот под руководством Гурудева, проходя на парикраму, вот этот вот духовный опыт, по милости Шри Гуру Парампара, всех вайшнавов, он тоже был такой очень-очень сгущенный. I also have to admit that on this парикрама, under the guidance of Srila Gurudeva, our Guru Parampara, and with all the Vaishnavas, the spiritual experience that I received was very, very condensed. То есть я ощущал такую очень глубокую сладость Хари Катхи, которая сходила с лотосных уст нашего Гурудева. I felt very, very deep sweetness of Hari Katha that came out of the lotus lips of our Srila Gurudev. Мне парикрама не показалось какой-то сложной, что я уставал. I didn't get tired, I didn't feel that парикрама is difficult. Наоборот, хотелось продолжать. Actually, contrary, I wanted to continue and continue. Поэтому с огромной благодарностью хочу предложить свои поклоны моему дорогому Гурудеву Шипатрем Прайоджине Прабу. So with a lot of gratitude, I would like to offer my pranams to our dear Gurudev Shri Prem Prayodhan Prabhu.
и всем моим братьям и сестрам. And all my good brothers and good sisters. Также хочу всех благодарить, что наши отношения крепнут. Also, I want to say thank you to everyone for that because our relationships become stronger. То, что я чувствую, что это уже моя семья. I really feel that this is my family. Часто преданные делятся вот таким ощущением, что у нас группа растет с каждым годом. Very often you can hear how devotees share their feelings that the sangha grows every year. Да, но тем не менее вот это вот ощущение одной семьи, оно не исчезает. But this feeling of all being in one family doesn't go away. Потому что преданные стараются заботиться очень искренне друг о друге. Because devotees try to take care of each other very sincerely. И это также отражение любви из сердца нашего Гурудева. And this is also a reflection of love in the heart of our Шрила Гурудев. Хари Кришна. So there are more people who want to speak. We'll give another chance also in the evening. Oh, let's have one more. Еще один. But no ladies have spoken, so we want to give chance to some one of the didis that they can say something. Among the ladies, who would like to say something? Пожалуйста, кто-то из наших диди. Thank you for giving me this chance to be here and to participate in this Braja Mandala. I'm very... Yes, it's Braja Mandala. Oh, sorry! In this Parikrama. Good realization. I'm very, very happy and excited to be there, and also I'm very, I feel really excited over the knowledge that what Gurudev is giving in every place, that here in this particular place, and what happened there, and also all the connections with all the avatars in different lilas. Actually I had questions I wanted to know about it. It was a few years ago, and then I was thinking about it. When Gurudev comes and answers all the questions, really, and that also gives me such an honor. So that my heart opens and I really feel more like, how to say, inspired, but I feel like this place is how to say I feel like not really home but really that it's very close to me. This place is becoming closer to me. Я очень счастлива быть здесь, и также для меня было очень интересно, очень удивительно, как в каждом месте, в которое мы приходили, Шрила Гурудев давал очень подробную харикатху о каждом из этих мест, что там происходит. Связи со всеми аватарами, связи между всеми преданными и всеми лилами, которые происходят в разных местах. И также я чувствую, что мое сердце открывается здесь. И я чувствую, что что эти места становятся по-настоящему близкими мне. Yes. And always it's this kirtan and this goes gives so ecstatic this feeling, and also this love which comes from you, Gurudev, when you speak. It's really, I feel it so greatly. It's so amazing. Kirtan is просто потрясающе, и также я когда Гурудев говорит харикатху, это тоже просто нечто удивительное. Я чувствую это. Он говорит именно с любви, вот такая любовь исходит именно, вот когда он открывает рот и говорит, вот это не только слова, это тоже любовь исходит, и это очень потрясающее чувство. When I feel that when Gurudev opens his mouth, it's not just the words coming out, but it's love. And it's a great feeling. So that's basically from me. Arigato.